Каких только данков не видел современный баскетбол. Это и данки с разворотом на 360, 540 и 720 градусов, и разнообразные алиупы и томагавки. 360 под ногой, с мельницей, по локоть, одной и даже двумя руками. И так на самом деле можно продолжать до бесконечности. Один только Джордан Килгеннон с его изобретательностью чего стоит. Но есть в мире данкеров бросок, который вколотить на стандарт еще не удавалось ни одному баскетболисту. Хотя попытки даже на слегка заниженные кольца смотрятся все равно невероятно круто. Итак, это данкеры, которые сумели вколотить данк под двумя ногами. Погнали. Баскетболисты, буквально пару дней назад у баскетбольного бренда Combasket вышел отчетный ролик о проведенном в августе баскетбольном лагере в Крыму Rim Nation. Классные съемки, интересные интервью с создателями проектов и по-настоящему летняя, теплая баскетбольная атмосфера. Все это ждет тебя на канале Combasket по ссылке в описании. Переходите, подписывайтесь и смотрите качественный баскетбольный контент. На самом деле этот выпуск будет посвящен практически одному баскетболисту, потому что именно ему принадлежат все высотные рекорды этого броска. Ну а начнем мы, само собой, по порядку. Итак, высота кольца 8 футов, или 2 метра 40 сантиметров, а стандарт, если кто не знает, ну или просто не в курсе, составляет 3 метра 5 сантиметров. Эта отметка в 2.40 с запасом покорилась Джонатану Кларку, Джордану Килгеннону и Джермейну Нортьеру. Yo, it's nothing new, bro, I've been working so hard that my skin hurts. Man, I ain't going in about accomplishments, just know I'm in the dark and I've been lurking. Got bad women lined up in shows, pulling up, got plenty rolling. My DMs flooded like no tomorrow. Tens only, that's protocol. Boy, making moves since 93. She's on the tip like tiny teeth. I'm flossed up like shiny teeth. And my blunt's obese with piney tree. Chances are... Конечно, далее хотелось бы, чтобы борьба за высоту кольца и столь сложный данк продолжалась, но, к сожалению, для нас и, к счастью, для Джонатана Кларка, ведь прокачивает скилл этого броска именно он. Продолжать ставить рекорды он будет в гордом одиночестве, начиная с высоты кольца в 8 футов 6 инчей, или 2 метра 60 сантиметров. Следующие попытки Джонатана вогнать мяч в кольцо после кроссовера в воздухе были на высоте 2 метра 74 сантиметра, 2 метра 80 сантиметров и 2 метра 83 сантиметра, ну и само собой все они были крайне удачные. Кстати, если кому-то кажется, что такая высота детская и повторить подобное может любой проданкер или даже ты, тогда тебе срочно нужно бежать в зал к подходящему по высоте кольцу и вколачивать в него суперсложный новомодный данк, само собой засняв это на камеру, а потом прислав это нам либо в предложку в паблик Top Basket Team, либо мне в личные сообщения ВКонтакте, а лучшие ваши попытки мы добавим в следующий выпуск Funnyball. Ну что ж, баскетболисты, на этом наш выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, как бы вы назвали этот данк, ведь официальное название у него вроде бы как и нету. А также, если вам понравился выпуск, вколачивайте мощнейшие супер лайки, подписывайтесь на канал и на наш паблик ВКонтакте, чтобы всегда оставаться в курсе всех самых свежих и горячих новостей из мира баскетбола. Пока!